Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Amazfit Falcon, и сейчас я покажу вам, как добавить будильник. Итак, свайпаем вниз, нажимаем на значок будильника, нажимаем на плюсик. Далее выбираем часы и минуты. Нажимаем на галочку, далее можем выбрать повтор. Либо один раз, либо каждый день, либо вручную выбрать какие-то определенные дни. И нажимаем «Готово». И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.